Друзья, подписчики и просто те, кто смотрит мой канал, не подписывайтесь. Передаю вам всем огромный привет. Сегодня я решил еще раз посетить, съездить в дом суицидника, где человек повесился, где были какие-то движения. Кто не смотрел, вот небольшие отрывки. Было. Это по-любому все 40 дней, когда проходит. Кто там? Если здесь есть кто-нибудь, ты можешь проявить себя в зеркале? Ребят, шаги. Смотрите. Пошаркиваю не такое. Фу. Также я с собой взял сегодня ЭГФ. Попробуем что-нибудь запечатлеть. Попробуем, поговорим, посмотрим, что он ответит. И как-то вот так. Второе, что я хочу к вам обратиться. У меня есть камера на датчиках движения. Она зарекомендовала себя очень с хорошей стороны, то есть она хорошо помогает, все это делает. Все, кто хочет помочь мне в приобретении ее, ссылочки я оставлю в описании. Ну а мы едем туда с вами, посмотрим, что у нас получится, что запишется. Так что смотрим. Ребят, вот я добрался до дома. Тропинка, кстати, к нему есть. Что-то мне даже страшно заходить сегодня туда. Что-то у меня неспокойных предчувствий. Что-то зуб был. Ой. Что, разбилось? Еще только не зашел, уже разбилось что-то. Вот тут что-то разбилось. Кружка, что ли, какая-то. Это что сейчас тут тряслось такое? Ты здесь до сих пор? Ребят, вон то зеркало, которое, помните, я делал из него коридор.
Вот это-то резко было. Сделай еще раз так. Встречается уже так, что ли? Я прям от страха аж пот взял. Ты тряски. Значит, он еще не покинул себя. Спина что-то страшно аж поворачиваться. Фух. Посторонних никого в воде нету. И навряд ли тут в этом доме кто и будет. Здесь уже чудеса какие-то происходят. Жуткий домик, очень жуткий. Давайте слазим наверх, что ли. Лестница по одному чуть уехала. В прошлый раз я сюда не лазил. Что это за бугор такой?
Ой, гад, фляга. Смотрите, флягу нашел. С чем-то. Так, а я задевал ее или нет? Наверное, я задел. Да, ребят, сейчас мы еще проведем ИГФ, там, где больше активности, это в той комнате. Ух, напугало опять. Так, если зайдет, уже как-то неудобно. Уехала. Так, здесь, по-моему, только флягу обнаружили. Больше там ничего не было. Вот здесь уже страх какой-то. Переполняет. Запах здесь чего-то прям такого непонятного. Так, ребят, сейчас я достану камеры. Поставлю, скорее всего, на кухне одну. И проведем ИГФ. Хозяин дома этого. Ты можешь со мной поговорить через электроголосовой феномен? Аппаратура такая есть. Так, ребят, все тогда. Сейчас я достану все, распакую, разложу и продолжим дальше. Так, ребят, все. Принес ИГФ, все расставил, камеру поставил. Сейчас надо ту камеру еще включить. Так, камера пишет. Так, ребят, сейчас проведем сеанс ИГФ с ним. Попробуем узнать, почему он повесился и из-за чего вообще жизнь покончила этим самоубийством. И помимо этого, я, скорее всего, еще даже останусь вдобавок для целого адреналина, до кучи, как говорится. Еще останусь здесь на ночь до утра. Побольше запишем звуков и все такое, посмотрим, что произойдет. Ты можешь выйти со мной на контакт? Ты можешь выйти со мной на контакт? Пока я расставлял тут все, тут постоянно где-то там что-то кряхтело. На кухне здесь тоже что-то было такое. Ты можешь выйти со мной на контакт? Это мое место.
Понятно. Ты еще долго будешь здесь находиться? Ты еще долго будешь здесь находиться? Не трясись. Ты еще долго здесь будешь находиться? Мой дом. Я понимаю, что это твой дом. Ты здесь навечно застрял? Ты здесь застрял навечно? Нет. Почему ты тогда до сих пор здесь? Почему ты тогда до сих пор здесь? Ты можешь мне ответить, почему ты тогда до сих пор здесь? Мой дом. Я понимаю, что это твой дом. Почему ты такой? Ой. Почему ты такой? Ой. Почему ты такой? Ой. Почему ты такой? Почему ты такой? Ты зачем это сделаешь? Фух. Ты почему такой агрессивный? Почему ты такой агрессивный? Это мой дом. Я тебе мешаю здесь? Я хочу остаться еще здесь с ночевкой до утра. Я тебе мешаю здесь? Здесь вообще люто.
Я хочу остаться здесь ночевкой. Я тебе мешаю здесь? И не только. И не только? Ты понимаешь, что ты умер? Что, по идее, этот дом сейчас пустует? За исключением, что у тебя только тут осталась душа, плоти нет. Ты понимаешь, что ты умер?